Он не оформил вовремя наследство по своей уважительной причине. А теперь несколько лет живет в норе, в брошенном погребе, который не отапливается, не имеет ни коммуникаций, ни подвода электричества, ни подвода воды, ни двери. Добрый день! Я вам хлеб принес, возьмете? Пожалуйста. Ну что, юристы? Ну что, государственные служащие? Как вам все это?